Одесская таможня опять оказалась в центре скандала. На этот раз сразу в двух конфликтах. Киевские журналисты нашли у заместителя Юлии Марушевской, Семена Кривоноса, закрытое дело о требовании от предпринимателя взятки в размере 120 тысяч долларов. Кроме того, одесский брокер Аркадий Сомик заявляет о глобальных нарушениях в структуре. Подробности далее. Сразу после интереса журналистов к своей персоне Семен Кривонос отказался от должности в НАБУ, вернувшись на работу в одесскую таможню. По его словам, вспомнили сфабрикованное дело двухгодичной давности. Тогда прокуратура доказательств не нашла. Они испугались, что директором НАБУ станет человек из команды одесской таможни. Я принял самостоятельное решение отказаться от участия в этом конкурсе. Но это не означает, что я отказываюсь от своих принципов. От той работы, которую мы проводили 7 месяцев на одесской таможне. От тех антикоррупционных действий, от тех заявлений, которые мы делали в отношении этой гнилой системы. В студию «Думская ТВ» обратился брокер Аркадий Сомик, который столкнулся по работе с замом Марушевской. В прямом эфире мужчина рассказал, сотрудники одесской таможни не дали ему перевезти в Чехию детали спортивного самолета и намеренно дописали в декларации, что запчасти принадлежат истребителю. Груз уже 3 недели находится на складе. Никаких соответствующих документов брокер так и не получил. Нету. Ни печати таможни. Есть вот одна печать синяя, которая для бухгалтерских вещей идет. Нету ни личной печати инспектора, ни то, что она находится под таможенным контролем. 2 числа. У меня написано, что да, 2 числа у меня таможня забрала на хранение. А второй документ уже от 3 числа. И здесь уже есть какая-то запчасть, блок наведения, который я не заявлял. У меня его не было. Он уже от 3 числа. То есть вам таможня приписали, вы утверждаете, что вам приписали? Да, конечно, тут даже нет никаких сомнений. Мы пытались связаться с главой таможни в прямом эфире, но получить комментарий нам так и не удалось. Впрочем, на следующий день Семен Кривонос рассказал, брокера вызвали на допрос о декларировании деталей истребителя. Тот не явился. Действия таможника несут как административную, дисциплинарную, уголовную, в том числе ответственность, любую. И вы, зная нашу ситуацию сейчас с Государственной фискальной службой, вы представить себе можете, насколько остро бы отреагировала Государственная фискальная служба на нарушение с нашей стороны. Имеем факт незадекларированных позиций. И он об этом косвенно упоминает, как бы оправдываясь. Потому что знает, что несколько позиций было незадекларированных. Несмотря на комментарии Кривоноса, на сайте одесской таможни есть информация, что люди, провозившие детали от истребителя, задержаны. Аркадий Сомик же на свободе. За ситуацией будут следить Юлия Долгонюк, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.